Приветствую всех на своем канале. Мы начинаем новую стройку. Собирать будем российский, советский, армейский грузовик «Урал-4320» от производителя «Звезда» в масштабе 1:35. При работе с этой моделью будет использовано дополнение фототравления от фирмы «Микродизайн». И также использованы приборные доски, приборная панель для этого автомобиля от фирмы Yahoo Models. А также смоляные колеса от производителя DEV Models. Итак, начнем мы согласно инструкции, будем двигаться по инструкции с небольшими отступлениями по причине того, что мы будем красить все детали, некоторые отдельно, поэтому будем двигаться по этапам, но что-то будем откладывать на потом. И в частности, сборка двигателя я пока пропущу, и мы начнем собирать сначала с лебедки, начнем собирать лебедку, а потом продолжим нашу сборку по раме. Будем собирать раму, что-то приклеивать, что-то пропускать, пока мы не соберем все наши детали, которые красятся в черный цвет. Вот такой вот план пока, и давайте мы начнем нашу работу и посмотрим, как это будет выглядеть.
Так, предлагаю на этой стадии нам остановиться, в этой серии. Ну вот такой вот у нас результат. Начну я с рамы. Приклеили мы тут некоторые детали уже. Частично поработал я с фотодравлением, заменил крепление, которое шло в наборе для вот этих вот воздушных ресиверов, и изготовил из фотодравления от микродизайна вот эти вот уголочки и также натяжную ленту крепления ресиверов к раме. И вот так оно теперь выглядит. Также сделал из фотодравления вот эти вот скобы сзади рамы. Вот, заменил пластиковые детали на фотодравленные. Собирается пока вроде бы хорошо. Ну, небольшие сложности были вот с установкой вот этих вот тяг, которые находятся вот здесь вот к мостам идут, потому что было очень труднодоступно. Не установил я еще разрядочную коробку. Установим позже, потому что накрашивается в другой цвет. Ну и карданные валы здесь подвижные. Поэтому никаких проблем не возникнет с последующей установкой. Так, ну вот тут я тут колеса приготовил. Хочу немножко рассказать. Смоляные колеса у меня. Поэтому нужно их подгонять под диски от фирмы «Звезда». И здесь была вот такая вот борстик такой вот, выступ был. Это была не плоская поверхность, и мне его пришлось полностью убрать, полностью сточить, для того, чтобы наш диск вставал плотно туда, в колесо наше смоляное. И вот теперь, после того, как я удалил, и оно вот туда встает. Ну, есть небольшой зазор, конечно, люфт, не знаю, тут полмиллиметра может. Но это не страшно, мы, если что, заполним шпаклевкой, может быть. Если будет так уж сильно. А так вот оно все тут встает хорошо. И никаких проблем я не вижу. Тем более это будет задняя сторона. Не особо видно. Можно даже оставить так, как есть. Вот. Ну, вот такой вот прогресс. Фотографии я выложу в группе ВКонтакте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, если вы хотите помочь каналу, я буду только рад. Всем спасибо за просмотр. И до встречи. Всем пока.